все закончилось, и мы возвращаемся к входу. Это маршрут. Там наверху, куда ведет эта дорожка, находятся два зала. Зал спелеологов и зал непревоспалиевизма. Зал непревоспалиевизма – сам высокорасположенный зал Нобелевской пищи. 170 метров уровнем. Зал высокорасположенный – будто доступ. Туда еще не сильнее проводят. А зал спелеологов является самым высокопотолочным залом. Высота потолка – 97 метров. В 2005 году зал проводился в Москве. Иногда туда приезжают корабли коллектива «Артазис» и «Дарик Францесс». Вниз, вот так спустись. Вот она, видишь, отражение? А, вот да. Угу. Чуть выше. Угу. Еще один зал, в котором мы уже прошли. Это пятый зал. Экскурсовод сказал, что здесь сумасшедшая акустика. И включил музыку нам. I think it's time.